Эту несчастную, сбитую машиной лошадь утром нашли на дороге. Чтобы добру не пропадать, решили пустить на мясо. Конечно, поделить поровну на всех вряд ли удастся. Кроме того, сегодня в Буриничах еще одно важное событие. Наконец, из райцентра привезли хлеб, отпуская только своим и строго по списку. У некоторых нет денег, и в виде большого исключения продавщица, она тоже из местных, отпускает хлеб в долг. Не показывай, девчатка, нехай фотографируй. Ты дура, что показывай. Мелочи сколько. А вот я тоже. Это десятка. Ты что? Нету больше. Айдос. Кроме хлеба и водки, люди практически ничего больше не покупают. Поэтому магазин давным-давно уже не работает. Не так далеко от Дуриновичей есть деревня Василевичи. Она последняя на этой дороге. Здесь осталось жить несколько пожилых пар. Они говорят, что там, за оврагом, уже начинается Белоруссия. Здесь, на Смоленщине, в Краснянском районе, такими забытыми Богом и властью деревнями никого не удивишь. Правда, не забывают наших стариков шустрые ребята из Белоруссии. Они привозят сюда хлеб и водку и дают все это в долг. Потом терпеливо ждут иногда 2 и 3 месяца. Между Дуриновичами и Василевичами село Зверевичи. Жизнь здесь кое-как теплится, так как действует ферма по откорму бычков. Днем здесь постоянно работают Иван и Надя Осиповы и братья Киселевы. Ну а вечером, после работы, как это принято у русских, начинается неторопливый разговор за жизнь. У каждого своя норма. У каждого полемир. Вот у тебя, Иван, сколько, какая норма? Ну сколько, ну я не буду врать, как говорится. Ну пару бутылок выпью, водки. День, да? Да. Можно и больше. Только главное держать голову на плечах. Я не буду скрывать. И Надежда, вот у меня жена сидит, тоже злоупотребляет спиртное. Но я не буду скрывать. Ну а что? Сейчас можно все говорить, правильно? Можно без зла. Ну без зла. А? Ну выпивает не так, что вот напьется и ляжет. Ну такого не бывает, конечно. И дома убирается, и кушать приготовит, и мне вот помогает на работе постоянно. Жена в руках и в ногах. Вот так. Жена, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот так. И так никак не понять. Это поговорка такая. На вопрос, а можно ли вообще не пить, мнение компании разделилось. Можно. Силу воли набрать, вам скажу. Нет. Например, вот с такой работой... Как у нас. Надо как-то вечером расслабиться. Можно сказать, что белорусы устраивают русских людей как? Нет, я бы не сказал. Кто не хочет пить, тот не будет покупать. Вот такой у меня личный вопрос. А кто хочет, ну спасибо. Я лично на белорусов хорошо отношусь. Что они ездят, постоянно возят, все хорошо. Я за белорусов лично иду.